Подъем. Вот. Вот такая 50-секундная вставка. Всем привет. Наконец-то из дома все ушли. Ха-ха. Вот. И я имею возможность записать для вас песку. Да. Вот. Не знаю, куда звук поставить, чтобы его было, по крайней мере, слышно. И сорян за мое неприличное это. Ну, просто я хотел так начать. Это не потому, что я невоспитанный. Это я так хотел начать. Вы, естественно, не слышите никакой музыки. Вот, по названию уже догадались, что сегодня у нас будет Реал Барселона. Естественно, я записывал это FIFA Mobile, да. Но вы сами попросили, поэтому, ну. Кстати, естественно, вы уже поняли, что это мод. Там на составы 16, ой, я уже не помню, что там. Вот, посмотрите на эти команды. Видите? Я думаю, увидели. Вот еще. И, по-моему, там еще... Да, вот. Угу. 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 Если хотите, то видос, конечно же, будет. Вы скажите, что вот, вот надо мне, вот я хочу посмотреть на эту команду. Вот. Поэтому, естественно, в комментах и еще раз в комментах. Ну, сейчас, естественно, мы начнем наш матч. Я буду играть за... Кстати, может, какие-нибудь... Сейчас, секунду. Может быть, какие-нибудь противостояния в АПЛ вам будут интересны, в Серия, там, здесь, в Германии, ну, или там, кстати, Зенит. То есть, все есть, все на месте. По-моему, тут сезоны 15-16. И вы скажете, где можно скачать этот мод, а я вам скажу по ссылке в описании. Нет, на самом деле, в ссылке в описании там ничего нет, потому что я... Форму выберем такую, потому что я не знаю, где этот мод. Я забыл эту группу. Это мод от группы по... Так, у нас будет хорошая погода. Ну и стадион мы выберем рандомно. Нам это не принципиально. Важно. Ну, естественно, мяч здесь нельзя выбрать, потому что будет рандомный там. Но я выберу все равно... Почему бы и нет? Мне на самом деле плевать, каким мячом играть. Естественно, мы уменьшим зрителей, чтобы не лагало. Вы сами видели, что 800 на 640 я не ставлю, но потому что можно еще выбрать рефери. Почему бы и нет? Вот. 800 на 600... Так, 840 на 600 там примерно. Оно лагает, поэтому я и не поставил. Схему я менять не буду на 4-3-3, потому что не вижу смысла. Ну, потому что такой схемой намного лучше играть, чем 4-3-3, например, каким. Там, по-моему, 4-3-3 играет Реал. Мы посмотрим. Амстердам-арена. Все красивенько. Все классненько. Так, давай-ка, оп. Во. Так, я вам уши надену. А держать сложно. Сейчас сломаются еще. Еба. Кстати, фейсы есть. Заметьте. Что для PS6, как бы, ну, сами понимаете. То есть мода дела постарались. Ну, понятно, что вы можете просто... Вот я не понимаю, почему вы спрашиваете меня, помоги мне вот этот мод
там вылетают, например, FIFA Mobile, помоги мне установить, о, найди мне другой мод. Ребят, вы сами не можете, что ли, найти? Вот у меня такой вопрос. И заходите в браузер и ищите сами, в чем проблема. Интернет, я думаю, уже у всех есть. Да, у меня вот 3 года назад появился, 2.5. Вот. Я думаю, комментаторы меня перебивать не будут. Вот, все, это Реал Барселона, мы начинаем без нарезки. Вот, просто зацените этот мод. Здесь можно даже камеру сделать. Вот, в оригинальной писке максимальная камера, она находится между вот этим, потому что это очень близко. По-моему, вот так она находится, но не так... По-другому, в общем, она находится. Вот. Нет, не добежит. Вот, а здесь можно так... Ну, еще и так, ну, это уж совсем порнография, так сказать. Вот эта камера самая нормальная. Она позволяет спокойно играть. А там уже слишком, слишком мелко. Все, я уже сейчас... Офсайд, что ты куда лезешь-то? Просто заходите, вот вернемся к нашему этому. Просто заходите в браузер любой там и вбиваете мод для PS6 и все, в чем проблема. Я думаю, даже на составы 19-20 там спокойно все делают. Вот эти топ-5 лиг. Может даже РПЛ-ку делать, не знаю. Там наше мудоделы. Вот Бэйл у нас бежит. Отдай пас и туда-то. Давай. Вот сюда. Немножко мне неудобно играть, но да ладно. Ай, кросс хреново ударил. Блин, граната высок, когда он настоящий. Это реально класс. Такой напиток богов. Ну, естественно, когда он разбавленный какой-нибудь, там забодяженный, да еще и плюс. Так, еще и плюс и не настоящий, то это, естественно, плохо. Вот, я думаю, мы разобрались насчет модов. Сами вы же не овощи и не инвалиды, ребят. Вы нормальные, вроде бы здоровые, с головой дети, поэтому можете спокойно все это дело, повторяю, скачать и установить. Вот. А то у меня иногда такое впечатление, как будто... Ну, естественно, не обобщаю, это к отдельным личностям относится, вот. И не нужно на это обижаться, просто нужно принять к сведениям, да и все. Я пока вот с вами тут говорю, я мог бы уже забить пару голов. О, Криштиану Роналду, он у нас не на вингере сегодня, он у нас на секонд страйкере. Давай головой! Кстати, почему-то тут Бейл кажется намного выше, чем... Пике, блин, отразил. Так, давай-ка мы еще сюда. А ты забегай, давай, Карвахаль. А можно вот так вот прямо пробить? Да! Нет. Ну, тут, естественно, гола быть не могло. Сейф. Давай, выиграй. Давай скидку сюда, скидку в пятерке. Вот, Криштиану Роналду. И прямой удар, блин. Ну, естественно... Более-менее нормально получается играть. Еще можно записать видос по PS 5. У меня она тоже установлена. Тоже с проекта. Правда, там составы... В общем, там... Если кто играл, тот знает, что там у разных клубов покупают разных игроков. Поэтому там составы круть-верть. Я сыграю за тот клуб, за который я тогда играл. Будет небольшая ностальгия именно для меня. А мы вот так вот, смотрите. Ну, так я ж тебе сказал, забегай. Ну, вот что ты делаешь, а? Вот мне очень интересно. Ну, тут у него скорости-то... Хватит, давай. Сложновато немножко играть. Ну, ничего страшного. Кстати, а я, по-моему, на максимальной сложности играю или нет? Я вот это не проверил, но там установлена максималка, поэтому, я думаю... Да. Мы, в принципе, в конце игры сможем зайти, там оно не сбивается, и посмотрим там, если я поставил максимально, значит, она там и будет стоять неизменно. Вот. Тем временем, что у нас тут происходит? У нас тут провалы в обороне, Иску. Давай сюда. Ждем. Так. Все. И попробуй. Сложно. Пока сложновато. Вон у меня тут камера даже не может сфокусировать правильно. Может, автофокус поставить, а, ребят? Стало, вот смотрите, без автофокуса. Вот стало немножко потемнее, но, я думаю, терпимо к просмотру, потому что если я подключу скрин-рекордер, во-первых, там заморочки будут, во-вторых, не будет системного звука, ну, там...
Нужно будет заморачиваться все это делать. А тут раз, все в 1080 FPS. Нормально все. Записываем, кайфуем, главное, что. Вот. Я думаю, визуально она намного лучше FIFA. Вот мне писал один подписчик, что вот та PS 6 без модов, она визуально лучше. Я вот с ним соглашусь. Хотя я не играл в FIFA. Вот, но я с ним соглашусь. Я вот сейчас поиграл два матча за Реал и за Барсу. Первый 0-0, ну, точнее, первый 3-1 за Реал играл, а второй за Барсу 0-0. Чуть не получилось мне за Барсу сыграть. Или я свой, это так сказать, лимит голов на сегодня уже исчерпал, и лимит правильной игры. Вот уже фризить немножко начало, немножко. Вот, несмотря на то, что в 720 всего лишь-то, ну, ой. Думаю, ничего страшного в этом нет, потому что, тем более, эта игра, она не рассчитана на большую графику. Ой, да надо было этот... Чё он там творит-то? Так, сюда. Да. 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 И давай. Блин. Чанс там был. Чанс, вообще-то. Или чанс, я не знаю, на самом деле. Не силен в английском. Вот. Вот. Что еще? Я не знаю просто, что говорить, потому что 0-0, это грустно немножко, потому что first time close, вон вам сказали. Вот. Так ты давай, нормально бей, что ты? Ладно, пацан, что? А ты там защищай нормально, что ты? Давай. Балдежную музычку подобрали. Ну, авторские они же есть, поэтому мы не будем долго задерживаться. А мы сейчас в Барселону, знаете, что сделаем? Обхитрим и поставим 4-3-3. Я не знаю, вот такую, например. Так, и поменяем позиции. То есть Бейл у нас... А Бейл у нас нормально справа будет. Он будет крутить левый в дальний угол. А Кристина будет крутить правый в дальний угол. В принципе, нормально. Вот так вот примерно поставим их. Бейл у нас в центре. Иску кросс. Модрич на опорнике. Я не знаю, как будет играть, но думаю, нормально. Нормально. Все, в принципе. Вот все наши изменения. Можно приступать ко второму тайму. Это я Барси показал. Не вам. Вот. И у Роналду тут, кстати, вот его фирменный бег на этих, как его, на носочках, что ли, или как это можно назвать правильно. Ну, я думаю, он не всегда так бегает, это уж так выделили его из основной серой массы всех футболистов. Вот что, конечно, приятно. Так, давай. Давай, чё ты там это? И давай! Надо было поближе. Надо было поближе подбежать. Ничего страшного. У нас еще полно времени. Я думаю, мы хотя бы выиграем. И забьем парочку баночек. Вот. Ой, кстати, если вы хотите Лигу Чемпионов и Лигу Европы именно в этом моде, а не в оригинальной версии, в принципе, можно и там начать. И там начать, то есть и в оригиналке, и в, ну, и здесь, вот. Что-то вы комменты не пишите по этому поводу. Вы пишите топ, круто, лайк, подписка, вот что-то такое. Вы не пишете по делу, ребят, ну нахера мне, вот я вам откровенно говорю, зачем вы пишете, вот, возможно, вы обидите сейчас, но мне пофиг, на самом деле. Вот зачем вы пишете топ, лайк, там, круто, вот. По крайней мере, слово «круто» — это еще более-менее как бы... Но слово «топ»? Зачем мне это? Я сам знаю, что... топ. Вот. Но зачем это мне писать? Я вот не понимаю. Я не знаю, что на эти комментарии отвечать. Я хотел даже в одно время их удалять, потому что, ну, зачем мне комментарии по типу «топ»? Говно удар. Кстати, подождите. Ну, зачем мне комментарии по типу «топ»? Они мне не нужны. Вот. Мне нужны... Сорян.
мне нужны какие-нибудь предложения по контенту. Я же вам всегда в начале и в конце, и в середине видео говорю, предлагайте, предлагайте. Ну, почти, да. Вот. Ну, что-то вы не предлагаете, поэтому, ну, приходится довольствоваться топ-комментами, да. Поэтому, ну, мне немножко грустно, что у меня аудитория... Ну, не все, конечно, конечно, не все. Просто давайте вместо топ будем писать хотя бы круто. Вот. Или не поленитесь и напишите предложение, что можно записать по IPS-ке. Потому что я не знаю, что вам будет нравиться. Просто вот такие матчи, конечно, это прикольно. Но нужно ведь еще как-то что-то делать. Ой, всех обыграл. Давай! No, всегда залетает. Я, по-моему, такой же гол. Кстати, тут должен быть штрафной, но типа игра продолжается. Такое залетает, кстати. Прикольно. Когда с лету. Бау. Вот, сейчас мы посмотрим. Бейл решил, да. Решил четверых обыграть. Ну, тут нарушение, да. Видно. Сезоны 15-16 нормально. Это, в принципе, близко. Можно что-нибудь придумать. Классно, классно, нормально. Ну-ка, стоп. Кстати, в его стиле он так ногу ставит и бьет. Нормально. Сейчас, секунду. Все, продышался, можно играть дальше. Ну, один гол уже хоть что-то. Вот видите, тут мы радуемся моментам, голам. Не надо играть в FIFA. Ну, если вам нравится, конечно, играть. Что я уж там вам могу сказать? Конечно, если нравится, то да. Ну, хотя бы IPS-ку попробуйте. У вас будут совсем другие эмоции. Совсем другие эмоции. Вот. Это намного лучше, чем FIFA. Даже вот PS6. Которая у меня идет на моем стареньком компьютере. И FIFA, для которой мне нужно покупать более-менее нормальный компьютер. Вот что лучше, скажите? Вот она визуально намного лучше, чем PS. Тут, по крайней мере, видно, не важно, что дерево, видно, что футбол на экране происходит. На экране происходит что? Футбол. А там что происходит? Ну, вот все, я думаю, вы поняли. Ай, не получилось пройти. Ну отбери, что ты делаешь-то, ё-моё, это ж Барса. Если ей мяч отдашь, то все. Так, во-ля-ля-ля-ля, хорошо, сейчас попробуем. Сейчас, такой Джорди. Ой, так ты Так, сюда. Сюда. Так, нет, тут... Ой, все, он уже... Все, если так, то вратарь по-любому берет мяч. Вот это мне не нравится. Ну, тогда еще немножко вот скриптовую такую фигню делали. А сейчас вроде бы можно вратаря как-то оттолкнуть, что-то с ним сделать. Можно зарезать даже. И никто этого не заметит и засчитает гол. Чуть серьезно, уже первый удар нанесли только сейчас. Да ладно. Ну, не знаю, что-то 1-0 как-то грустно мне смотреть на эти цифры. Я, кстати, сразу скажу, что я не буду вторую часть записывать за Барсу, потому что, ну, смысла нет, что вам Реал Барселона смотреть несколько раз, но это неинтересно, я думаю. Это неинтересно. Звуки, клавы, как вам? Чё ты делаешь? Смотрите, он что-то там... Либо он косикнул, вот люблю смотреть такие моменты. Смотрите, либо он косикнул, либо он реально что-то фин сделал какой-то. Во, смотрите. И это, на это можно смотреть. Это реально флекс, смотри. Я вот сейчас смотрю. Вам, конечно, не очень видно, но у меня на мониторе еще... вот это флекс. А почему... Смотрите, на вас он отвлекся немножко. И, оп, ну, нормально, отразил. Пойдет. Нормально. Можно начать с... Кубок какой-нибудь за сборную России, там 16-й, который мы просрали, только 1-1 с Англией сыграли, остальные все матчи с какой-то там Словенией все проиграли, я помню, мы с отцом смотрели, мы просто такие, фу, ё-моё. Там, кстати, постоянно орали «Дзюба, Дзюба!» Это Дзюба, блин, мазал по воротам. Реально мутило какое. Ну, сейчас-то я не знаю, сейчас-то более-менее, но тогда я не знаю, зачем его в сборную вообще взяли. Искренне не понимал этого. Вот. Не знаю. Тот же Коколин в несколько раз тогда лучше смотрелся.
Вот. Это было весело. Россия тогда вообще ничего не смогла сделать. О, Криштиану... Ну, это рефери, да-да-да, Пике сломал тут. А мы вот так... Да ладно, ты не дашь мне доиграть. Серьезно? Понятно, все. Ребят, я придумал, что я... Во-первых, сейчас мы зайдем, посмотрим, на какой сложности я играл, потому что, ну, это мне принципиально важно. Сейчас, смотрите, без нарезки я захожу и смотрю. Сейчас. Матч. Exhibition. Выбираю любую команду. Это не важно. Топ. Плеер. Ну, мало ли, вдруг кто-то скажет, а вот ты там играл не на такой сложности. Я придумал, что я запишу. Я запишу финал чемпионата мира сейчас, вот прямо сейчас. Вот, я думаю, вам это понравится. Ну, а с вами был Русифер Пес. Я, по крайней мере, выиграл. Да, ну, не, это не 3-1, конечно, как на тренинге. Вот, ну, по крайней мере, 1-0, это уже что-то такое нормальное.